У меня в руках маркер Onzeran 069 Stainless. Это помповый маркер, отличающийся от других тем, что имеет особые чернила, меняющие цвет в зависимости от поверхности. На светлых поверхностях он оставляет линии черного цвета, а на темных проявляется как серебристый металлик. Также его отличие в том, что им можно писать по несгрунтованным стенам и впитывающим поверхностям. Основные чернила впитываются, но металлик остается на поверхности. Благодаря этому, в отличие от других черных маркеров, которые впитываются, он остается контрастным. Давайте протестируем маркер на светлой и темной поверхности. Маркер имеет Т-образное перо шириной 20 мм. При желании оно может быть заменено на перо 15 мм. Перед пропиткой рекомендуется хорошенько встряхнуть маркер, потому что у него внутри металлические шарики для размешивания чернил. Итак, мы видим, что на белой гладкой поверхности чернила остаются черными с легким отблеском металлика. Теперь попробуем его на черный. Специальная клапанная система особой конструкции обеспечивает оптимальный поток чернил, что дает отличное качество работы. Нужно дождаться, пока он полностью высохнет, но мы уже видим, что металлик проявляется. Также имеется укороченная версия 069 маркера, это маркер Onzeran 169. Он обладает все теми же качествами и свойствами, но в два раза короче по размеру. Он компактный и легкий, его удобно прятать в кармане и писать в самых труднодоступных местах. Маркеры многоразовые, и после того, как чернила закончились, вы можете легко заправить их любыми другими. Прозрачный корпус позволяет видеть, сколько еще осталось чернил в маркере. Это были уникальные маркеры Onzeran 069 и 169. Они знают, как внести разнообразие в вашу жизнь.